пятницу, 20 апреля, с 9 до 10 часов утра в Балаковском центре занятости состоится ярмарка вакансий. На нее могут прийти все жители района, которым необходима работа, и им при этом не обязательно стоять на учете в центре занятости. Ярмарки вакансий – это место, где граждане могут получить информацию о ситуации рынка труда и о вакансиях, а работодателю подыскать себе подходящего работника. Просто отличие в том, что кандидат на работу может пообщаться сразу с несколькими работодателями. Это экономит его время и деньги, потому что работодатели приезжают там с разных концов города, и если бы ты сам проходил вот этих работодателей, да, ты потратил бы целый день, может быть, а может и больше, потратил бы время, свое время, деньги. Здесь приходит сразу несколько работодателей. От 10 до 15 начальников отдела кадров у нас приходит на ярмарку вакансий. И это именно те, кому работники нужны. То есть встречаются те, кому нужны работники, и те, кто ищет работу. Вот это вот особенность ярмарки вакансий. Но, соответственно, работодатель может сразу единовременно пообщаться с достаточно широким кругом претендентов, тоже подыскать себе подходящего работника. Мы приглашаем разных работодателей, и приглашаем на тех, у кого есть вакансии. А у нас же база вакансий достаточно большая, и база работодателей, тех, кто в Балаково у нас есть, у нас тоже все же зарегистрированы у нас в центре занятости. Вот, мы все это видим, поэтому стараемся быть гибкими здесь и стараемся приглашать не какую-то одну сферу, различные, это производство, это обслуживающая сфера, медицина, образование, чтобы, так как люди приходят разные на руку вакансии, они все могли посмотреть для себя, каждый что-то мог для себя что-то найти. Особенно, что это для всех. Не нужно никаких заявлений писать, не нужно нам никаких документов предъявлять, мы тебя даже не спросим, кто ты и откуда. Ты, вот есть работодатели находятся в центре занятости, ты подходишь и сам общаешься с ними. То есть никто тебя не будет курировать, там, подслушивать, не знаю, смотреть твои документы, откуда ты пришел. То есть это полностью уже твое личное дело, общение с работодателем. Естественно, от работодателя, да, требуется официальная подача вакансий к нам. То есть... Работодатели на каждую ярмарку приглашаются разные – и предприниматели, и фермеры, и представители заводов. А потому возможность найти работу имеется. Поскольку такая услуга центра занятости очень популярна среди балаковцев, ярмарки проводятся раз в месяц.